Неужели полицейские нарушили правила парковки? Очевидцы возмутились машиной служителей закона, которая оказалась на газоне. 18:32 экипаж. Запарковались на газоне, стоят в парке отдыха. Автор видео попытался поговорить со стражами порядка, но на вопрос, законна ли такая парковка, полицейские предпочли не отвечать. Прокомментируйте ситуацию. Как у вас служебная машина оказалась, спецмашина оказалась на газоне в парке? А, товарищи полицейские? В пресс-службе УВД сообщили, этим видео уже заинтересовалось руководство. Кадры сейчас изучают. Назначена внутренняя проверка. И если факты нарушения найдутся, полицейских привлекут к ответственности.